Доброе утро. Ну, если сейчас вечерний сеанс, то добрый вечер, естественно. Начинаем! 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 Уважаемая публика, драма «Буф» с песнями, танцами, выстрелами и фокусами. История о том, как прекрасная негуцианка мадам Ксидиас ушла с арены. О том, как все хотят стать Наполеонами, так что по улицам нельзя пройти от Наполеонов. О том, как Золушка погубила принца. Участвуют поэты и палачи, певицы и бандиты, солдаты и уличные девки, генералы и паяцы, эскулапы и политиканы, торгаши, святые, а также контрабандисты, мастеровые и калифы на час. Смеяться разрешается, но если вы любите плакать, то плачьте. Потому что если вы не будете ни плакать, ни смеяться, то плакали ваши денежки. Местные горожанки, как вам нравится? Вся империя! О, ничего, правда? Ничего, правда? Она сдалась в комок у моря! Немного напоминает парижанок. Напоминают парижанок. Она начнет разворачиваться с сегодняшнего дня! Пожалуй, немного полноватый. Немного полноватый. Сначала до Киева, потом до Харькова, потом до Москвы, потом до Петербурга! Киевлянки потоньше. Киевлянки немного потоньше. Большевики хотели сбросить нас в Черное море, мы их сбросим в Белое! Очень милые, все-таки очень милые. Ну когда же я увижу белые мундиры? Где черные усики? Скоро! Моя дорогая! Скоро! Купите цветочки! Ну, что ты там видишь? Я вижу, капитаны кричат в рупора, и вот кладут сходни. Черт! Что такое? Опять вывихнулась! Ты не можешь мне купить приличный бинокль! Это же старинная вещь, месье Воронов. Ее купил мой отец. Он был вор! Женя! Он опять начинает свои штуки, месье Воронов. Штуки, Женя! Женя! Купите цветочки! Ой. О, боже мой, что он делает? Петя! Женя, тихо. Я тебе сказала, рано тебе этим заниматься. Ша, 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 ша. Месье Воронов, я хочу пожаловаться на вашего ученика. Мишель, не слушайте ее. Женя, вы опять проигрались? Хуже. Хуже? Девушка, розы, пожалуйста. Ай, деньги забыл. Не надо. Благодарю вас. Боже, Петя! Женя! Женя, ты не изродуешь его! Боже мой! Уходи. Я кому сказал? Вы же обещали. И чтобы я тебя больше не видел. Разыскивается опасный преступник Евгений Бродский. Федька, а Бродский здесь, а?
Может быть, и да. Да ну. Видишь, там стоит такой пижон в лаковых туфлях. Такой с грубым носом. И ты здесь, а? Денька Степика, шо вам надо от того пижона? Иди до него и скажи. Господин Филипп, Степиков имеет до вас дело. Ясно? Ага. Здорово, Филипп. Это мой товарищ, торговый моряк Бондаренко. Мое почтение, Филипп, свободный анархист. Ну, что вы скажете на Антанту? А? Через полчаса она будет здесь. Филипп, нам нужно оружие. Шпайеры, винты. Пока что бомбы. Будьте любезны, барышня. Ага. Видите, вон там стоит такая чудачка в английском костюме. А, такая с перьями. Я вас попрошу подойти до нее и спросить. Мадам Токарчук, месье Филипп интересуется. Или у нас есть сейчас приличных бомб? Ага. Как поживает Бродский? А разве что? Я его видел гулять по бульваре. Сегодня горячо, много жаб. Кого-кого? Фараонов. Мадам говорит, да боже ж мой. Где моя голова? Почем? 450 дюжина, после 100 штук. Скидка 4%, доставка за счет покупателя. Дорого. Свободные анархисты не торгуются. Они просто грабят. Не будем заводить здесь партийных дискуссий. Для революции я скинул покрасника из дюжины. Сколько вам бомб? Пока сотня. Сотня. 100 на 10, 8, 4 в остатке, 3000, 30. Три косых от по-божески, товарищи. Ходи. У нас есть? Найдутся. Когда доставить? 22-го в 10 утра. Адрес? Верхсидиас. Пароль? Или не здесь ремонтируется пароход Union Castle Line? Ответ. Да боже ж мой, мы давно ждем ваших корабельных канатов. Я нашла у него на столе под учебниками знаете что? Что, порнографические открытки? Вот, коммунистические брошюрки. Тихо, мадам. Вот из таких начитавшихся идиотов вот этот Бродский вербует своих головорезов. Тихо, Бродский моих убил! Тихо! Говорят, он здесь. Среди встречающих, мадам. Женя! Женя, смотри туда. Аккредитивы! Американские доллары, канадские доллары, мексиканские доллары, банкирский дом Ксидиас! Я назначаю тебя управлять всем этим! Да плевал я на это! Ох, он хочет, чтобы его повесили. Да! Робеспьер погиб на плахе, Демулену отрубили голову, Наполеон... Смаркач. Смаркач! Борсуйся! Стерва. Мое почтение. В чем дело? Напрасно вы отказались стать банкиром. Почему? Для такого супчика, как вы, это прекрасная карьера. Вы по природе валет. Но зачем вы сопротивляетесь природе? Я не валет. Я революционер. Вам забивает голову этот фанатик Бродский. Бродский? Угу. А вы его знаете? Я знаю все. Я, например, знаю, что вы проиграли у железку 8000. Да. Как вы думаете выпутываться из этого положения, малютка? Дайте мне эти деньги. За одну небольшую услугу. Да, именно. Разнюхай, когда у мамаши на банке ляжет солидный куш. Да. Тебе гарантирована десятая часть. Я не бандит! Ты погибнешь, как свинья. Со своим ненормальным Бродским и со всей его оперой. Все, Воронов, окружите его девочками. Только из лучших семей. Будьте уверены, мадам. Нет, лучше девок. Просто с улицы, они позговорчивее. А, при моих-то связях. И выбейте ему из головы политику. Я всажу ему туда арифметику. Месье Воронов, и научите его вашим аристократическим манерам. Он будет принц, мадам. Идут! 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 Идут, господа! Идут! Thank you.
слышите шаги? Это шагают союзники. Они прошли весь мир. Ничто не устояло перед ними. О, франками интересуетесь? 3 рубля 60 копеек. Наконец-то я вижу множество усиков. Регулярная армия – это прекрасно! Это что-то особенного! Славные парни. Славные. Аспирином интересуетесь? Есть 2 вагона аспирина. Гаубицы, бомбометы, танки. Ура! Усики, усики! Вольтеры! Бальзаки! Жорзанды! Господа политические деятели, господа кадеты, эсеры, эсдеи, энесы, непесы, умеренные, средние, с платформой и без платформы, господа сионисты, господа из Союза Михаила Архангела, господа октябристы, боротьбисты, монархисты, анархисты, националисты, и прочие господа, я приветствую вас от имени Антанты. Мы пришли. Мы пришли, чтобы помочь русским патриотам восстановить в стране порядок. 7,5 миллиардов вы должны союзникам еще до 1913 года. 3,5 миллиарда мы вам дали во время войны. 2,5 миллиарда железнодорожных долгов. Да плюс к тому 2 миллиарда, которые мы одолжили муниципальным предприятиям. Итого 14 миллиардов 720 миллионов 398 649 франков должна Россия союзникам. Процентов я пока не считаю. Да. Здесь все наше. Уголь, порт, трамвай, ипподром, рестораны. Штаны, которые вы носите. Женщины, с которыми вы спите. Здесь все наше. На большевиков, на Москву. И через месяц под священными сводами Кремля раздался победный звон нашего старого доброго оружия. Бардаков. Много! Отлично! Я первым делом туда! А я в кафе, а я просто на бульваре потолкаю. А среди русских есть хорошенькие. И, по-моему, они слишком холодные. Ага. Капрал, одна девчонка меня так поцеловала, что я дрожу до сих пор. И сунула мне в карман записку. Эх, жаль, что я не читаю по-иностранному. А ну-ка дай мне твое любовное послание.
Так это ж по-вашему. Жаль, что я не читаю по-нашему. Корова. Странное письмо. Оно даже не написано. Оно нарисовано. Корова. Оно ведь напечатано. Ты смотри, твоя девчонка издает свои любовные записки. А? Да. Да. К иностранным солдатам и матросам. Товарищи, что вы здесь делаете? Вас снова обманули, как в 1914 году. Вы снова выступаете против своих же братьев. Так стало быть, она тебя поцеловала, как брата. У счастливчиков любовь кончается трипером. У тебя она кончится петлей. Между прочим, эта девушка моя невеста! А она тоже так думает? Быстро имя! Вот. Мадемуазель Фёкла? Вот это имя! Может быть, это часть тела? Да подождите вы, жеребцы! А, вспомнил, это же русское аристократическое имя. Верно, Степан? А как же? Все-таки как же ты ее зовешь? Каждый раз берешь с собой в кровать записную книжку. Для любви не нужно имен. Моя маленькая, беленькая невеста. Ты с ней уже? Нет еще. Но я уверен. Ну тогда спеши. За неделю ты должен доказать своей Фёкле, что ты умница. А для такого идиота, как ты, это нелегкая задача. Тихо! Учти, через неделю будет поздно. Мы покидаем Россию. Откуда ты это высосал? Не надо было дрыхнуть во время чтения приказа, Жуф. Там ясно сказано. На две недели в Россию для несения почетной караульной службы. Подотрись этим приказом! Но-но-но-но! Полегче в приказе! Что где? Вот Гастон. Три дня назад он был в бою под городом. Настоящий бой? 4 убитых, 10 раненых, и вот я в том числе. Какое свинство. Вы мне не верили? Так ведь у нас же со всеми мир. Погоди. Кто противник? Большевики какие-то, у них тут два лагеря. Ну нам-то какая разница? Да погоди ты, бабий укротитель! Ну-ну! Я привел Мишеля. Он хорошо знает русские дела. Ты знаешь, что такое большевики? А я могу объяснить, что такое большевики. Это партия, вроде ваших синдикалистов. Но лучше. Правильно. Большевики – это партия бедных. Почему же мы воюем против большевиков? У нас у самих было штук 5 революций. Пусть кто-нибудь станет у двери. Давай. Скажи, а Фёкла – это аристократическое имя? Поздравляю. Тебя любит пролетарка. Ну-ну! А хозяева изгнаны из России, сапер. Да. И вся страна принадлежит рабочим? Вся. И этот город тоже? Нет, этот город еще пока у белых. Пока. Но и здесь есть большевики. За ними охотятся. За голову большевика, например, обещано 10 тысяч. Ничего себе. Хорошие деньги. На всего-то хватит. Хотелось бы увидеть живого большевика. 10 тысяч. Хоть бы раз в руках подержать. Мне бы на всю жизнь хватило. Смелый парень. Скажи, Мишель, а среди большевиков девушки есть? Есть, есть. А? Есть! Лейтенант идет. Иду. Внимание, ребята. На Приморской улице есть кабачок «Взятие Дарданелл». Там отличное вино, приятная музыка. Я захожу туда по вечерам. Мишель. «Взятие Дарданелл». «Взятие Дарданелл», ребята. Друзья! Боевая тревога!
учебная. Лучше учебная! Идиот. Началось. Вернее, продолжается. Привет, невесте Фёкле. Ну-ну! Разговоры! Здрасте, товарищ Воронов. Опять. Выходи быстро. Выходи, я кому сказал. Вы обещали? Я уже давал тебе листовки, выходи. Это мелочь. Я требую настоящего, большого дела. Я тебе сказал, рано тебе этим заниматься. Выходи. Я на вас... Буду жаловаться товарищу Бродскому. Да хоть самому Господу Богу. Поехали! Я же до вас доберусь. А ежели что, я и Богу до самого Бродского дойду. Карту. Извольте. Беру себе. Почему, когда я сам с собой, мне так прет карта, а? Если бы против меня сидел настоящий партнер, у меня было бы уже 10 тысяч, гражданин Марат. Когда я сам с собой, я блестящий. Опять мама шпионит. Как не стыдно, мама! Вы? А господина Воронова нету? Господина Воронова нету. Вы давно знаете Мишеля? Кого? Воронова. Да вы что? Он вам нравится? Совсем нет. Вы можете мне открыться, я его друг. Никакая вы не цветочница. Это папка с нотами, у вас тоже для Близиру. Вы подпольщица. Видите, насколько я проницателен? Революционеру без этого невозможно. Еще Д'Антон сказал в клубе якобинцев. Человек! Носящий звание французского короля, бежал! И я с удивлением слышу, что он до сих пор не лишен короны! Здорово. Здорово? У меня есть серьезнейшее предложение к подпольной организации. Если мое предложение пройдет, организация будет неуловимой. Разговаривать на особом языке Ли. Вы Ли. Вы Ли. Хо. Ли. Ро. Ли. Ше. Ли. Ка. Ли. Я. Ли. Когда же вы такого не слыхала? Как вас зовут? Санька. Александра. А меня просто Женя. Подпольная кличка, товарищ Ксидиас. Александра, пойдемте гулять. Весна, цветы, синематограф. Анна рулетку, ну только мне взглянул. Мама! Нет, Мишель, прячься! Куда же? Значит, опять в кабачке взять и отдохнул. Поезд и в обратный путь. За тумбу! Да нет, за штору! Буду и на красный, и на черный. Мишель! Фёка! Я помню, Марсиан, помню. Меня кто-нибудь спрашивал? Вот. Здравствуй, Саня. Женечка, ты ведь идешь в синематограф.
Опусти письмо. Это если я иду, Мишель. А если я не иду? Ты идешь, Женечка, ты идешь. Ты идешь. Ты идешь. Прощайте, Александра. Может быть, мы с вами уже больше никогда не увидимся. Только ради тебя, Мишель, только ради тебя. Прощай. Ли. Ты что, с ума сошла? Ты ведь знаешь, что я живу законспирированно, а ты приходишь ко мне без разрешения. За тобой может быть слежка. Что тебе говорил этот тип? Ничего особенного. Сказал, что он революционер. Ладно, это он врет пустой, мало еще что? Что я подпольщица. Он так сказал? А? Квартира провалена. Спасибо! Я, конечно, не знаю товарища Бродского, поэтому я к вам по личному делу. Какие у тебя ко мне могут быть личные дела? А ну обратно. Я решила взорвать штаб союзного командования. Что такое? Я сделала подробный план штаба. Это кабинет генерала. Это его уборная. Я сумею проникнуть туда, как водопроводчица. Заложу в бачок фугас. Генерал идет в уборную, дернет за веревочку, все взлетит. В какой день это сделать? Ты что, рехнулась? Назад! И все, никаких заданий. Сиди дома, хватит. Как же так, товарищ Воронов? Скини, скини, скини! Я не могу без революции. Ты провалишь всю организацию. О, Господи. Товарищ Воронов, я во всем вас буду слушаться. Только не гоните. Товарищ Воронов, дайте мне какое-нибудь дело. Я знаю иностранные слова. Я могу вместе с вами в кабачке взять от Дарданелла агитировать солдат. Не гоните только. Мадам. Что, мадам? Где Женя? Не знаю, не знаю. Петечка, подержи мой френч, исчезни. Мы должны успеть уйти до прихода Женьки. Вытри слезы, посмотри в окно, где он. Я вам не помешала. Вы никогда, никогда не помешаете, мадам. Это моя ученица. У нас урок географии. Я послушаю этот урок географии. Зачем, мадам? Это карта Южной Америки, да? Помните? Коррида. Быки, мадам. Фламенко. Пампасы. Кордильеры, мадам. Южная Америка, мадам. Очень, очень богатая страна. Она вся наполнена вулканами, крокодилами, индейцами, мадам, и лианами. Вот там река Амазонка. Зато вот здесь, мадам, хищники, львы, тигры, гиены. А вот тут благоухают пальмы, мадам. Пальмы. Пальмы, мадам. Отдайте мне моего сына.
Вы украли моего сына! Не понимаю, мадам. Раньше наших детей крали цыгане, а теперь их крадут коммунисты. Вы поманили Женю звонкими словами, он пошел за вами, как дитё за цыганской скрипкой. Санька! Чемодан! Зачем? Быстро на выход! Зачем вам дети чужого класса, рабочий, плодовитый? У меня был один единственный сын, и вы украли его. Куда она уносит чемоданы? Что такое? Женя не вещь, мадам. Который можно украсть. Нет, он вещь. Нет, не вещь. Нет, он вещь. А я говорю, не вещь. Нет, он вещь. А я говорю, а нет. Я вам говорю, а я говорю, вещь. Что нет. Я вам говорю, что он нет, вещь. Нет, я нет, я нет, его нет, сделала. А я его нет, сделала, он вещь. Он из меня. Саша! 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 Саша, вы уже уходите. Что случилось? Он без рук. Ну, мы еще увидимся. Не знаю. Я не могу без вас. И без революции тоже. Врете вы все! Хорошо. Вашей партии лично товарищу Бродскому нужны деньги. Сколько вы хотите, чтобы отпустить Женю из коммунистов? 100 рублей хотите? Ха-ха. Что, мало? Да. 150. Ха-ха. Опять мало? Да. Хорошо, 200. Это хорошие деньги. Да ну и парень какой, вы же имеете товар, мадам. Хорошо, 250. Я смеюсь с вас, мадам. За мою голову назначено вознаграждение несколько тысяч рублей. Так неужели ж мальчик из приличной буржуазной семьи стоит дешевле, чем голодранец-большевик? 10 000 и ни копейки. Да что? Пожалейте, мать! Вы не мать, мадам. Вы урод. Ваша материнская любовь простирается не дальше, чем 250 рублей. 300. Нет. Так, вы по-хорошему не хотите? Нет. Вы не хотите? Нет. Караул! Насилуют! Грабят! Пожар! Назад! Шкаф, мадам. Мишель! Мишель! Мишель, откройте! Мишель, берегись! Ты не знаешь, что такое обманутая женщина! Здравствуйте. Так. Ты еще здесь? А ну, бегом в машину. Мишель, я выполнил твое поручение. Я отнес письмо. Ты слишком глубоко суешь нос в чужие дела. Я просто интересуюсь революцией. Твое любопытство подозрительное. Не смей приставать к Саньке с похабными разговорами. Это тебе не барышня из мамашиного салона, понял? Она не маленькая, и я уже не ребенок. Я вижу, что ты совершенно законченный, взрослый сукин сын. Поехали. Мишель, я любил тебя. Берегись, я опасен. Сморкать! Хаусь! Сморкать! Хаусь! Не морочь мне голову! Ой, Женя! Женя, подожди! Ой, осторожней! Бабу! Ты все кричишь на свою мамочку, а мамочка приготовила тебе подарок. Иди сюда! Дай френч! Дай френч! Мамочка устроила тебя офицером особых поручений при полковнике Несвицком. Нигде! Раз, два, три! Раз, два, три! Прямо скотина! Почему без доклада? Ничего, прапорщик, бывает. А этот человек просто устал после интенсивной беседы. Устал? Очень. Блять!
небольшая реабилитация, и он снова будет готов для разговора. Видите, у нас комфортабельно, главное, стерильно, нижние чины в респираторных масках. Это секретный договор между Антантой и нами. С него надо снять 3 копии. Наши политические враги дорого дали бы, чтобы заполучить этот документ. Бубны! Черви! Пики! Трефы! Здесь вся империя. Да, ставки повышаются. Да, огромный патриотический подъем. А вы заметили, какой успех имеют наших союзников местные горожанки? Большевики хотели сбросить нас в Черное море! Мы их сбросим в Белое. Очень милые, все-таки очень милые. Да, кто? Что? Как неотразимы эти рыцари Антанты, эти крестоносцы, какие усики! Мы должны им проигрывать принципиально! Так точно! Регулярная армия – это прекрасно! Это что-то особенное! Или вы участвуете в следующем банке? Хватит. Участвую! Где? Были! Клянусь честью. Здесь 2000. Отвечаете? Сколько угодно. Не надо. Дама 8. Король 9. Продолжаем. У вас есть еще деньги? Я прошу поверить мне. Если вы в следующий раз придете сюда без денег, я прикажу, чтобы вас выставили вон. Хорошо. Я достану эти деньги. Но берегитесь! Я опасен! Малютка, вспомни о моем предложении. Никогда! Это бум! Интересуетесь? 4 рубля 20 копеек. Это апофеоз! Франками! На Москву! Интересуетесь? 4 рубля 50 копеек! И здесь наши союзники. Какая страсть, какой темперамент. Я хочу родить союзника. Регулярная армия! Это прекрасно! Это что-то особенного! Интересуетесь аспирином? У меня есть... Слушайте сюда! Не слушайте его! У него же ничего нет! Погоди. Он торгует воздухом! Это лапетутник! Сам ты лапетутник! А ну, не парьте меня коммерцию! Долларами интересуетесь? Чем же вы интересуетесь? Пшеница, это же товар антикварный! Конечно, антикварный! Сунтук! Господин Бондаренко! Да здесь я! Здесь я! Ой, извините. Принес? Вот. Давай. А как же? Я должен проверить. Что, не доверяете? Мы деловые люди.
Салют! Ой, извините. Тьфу. Продажная тварь. Ага, проститутки. И ты так думаешь? Да. И это все? Я украл для вас этот документ из идейных побуждений. Я рисковал жизнью. Я так... А вы... Да как вам не стыдно? Я так волновался. Я... Меня раздирают противоречия. Получай. Сволочь! Господин! Есть партия пшеницы! Я нашел ее для вас! Он врет! Это я ее нашел для вас! Да какой пшеницы? Как вы смеете, мать, как не стыдно? Как же так? Мы достали пшеницу, антикварный талант, вонючая! Наполеон, зануда. Продолжаем. Я вам уже говорил, больше в долг я с вами не играю. Я вам выдам вексель, подписанный банкиршей Ксидиас. И вы утверждаете, что здесь подпись вашей мамаши? Завтра я отнесу их ей. Я прошу вас этого не делать. Я заплачу на днях. Последний раз иду вам навстречу. Если через 3 дня не погасите долг, эти векселя увидит мадам Ксидиас. Надо выпутываться из этого положения. Помни, тебе гарантировано 10-я часть. Слушайте, вы скоты. Я никогда не продам свою маму. У меня кроме нее никого нет. Никого. Понятно вам? Солдаты, вас снова обманули, как... Саша? Саша! Это же я! Саша! Это же я, Женя! Женя? А я думал, что ты другая. Можешь спросить у своего ворона, кто, рискуя жизнью, выкрал для них секретный договор между союзниками и белыми. Может быть, тогда ты догадаешься, для чего на мне этот пошлый мундир. Прощай. Женя! Женя! Прости. Господин полковник. В вашем клубе бывает много союзных офицеров. Так много, что я удивляюсь, кто же остался на фронте. В вашем клубе обыгрывают союзных офицеров. У каждого свой хлеб, господин полковник. Деньги союзных офицеров должны быть возвращены или... Или что? Ой, какие девочки. Интересно, какие же у них мальчики. Ай! Легче, барышни, легче.
бог с вами. Я не желаю портить отношения с Антантой. Ой. Внимательней, внимательней. Так. Да-да, чудо. Серьезнее, Александра, это же искусство. Полет. Хорошо. Еще раз. Ничего. Да ну. Внимание, Александра. Чего? Опля. О, здорово. Эй, ты! Мамашин, сынок! Я не могу ждать 3 дня! Деньги выкладывай сегодня же! Иначе будет бэнд! Сволочь! Мне не на что жить, Саша. Мать мне ничего не дает. Буржуйский класс. Обреченный всем ходом истории, он неумолимо катится в пропасть. Так, ей надо. Где же взять гроши? Возьми мои. Спасибо, Саша. Ты хороший. Кроме тебя я никому не нужен. Прощай. Женя! Евгений! Полковник, я поймала большевика. Кто он? Мишель Воронов. Красавец, мужчина. Стройный, как рысак. С ним таскается портовая уродина Санька. Я не знаю, что он в ней нашел. А кто этот Воронов? Берегите от него ваших солдат. Он очарует их, как очаровал... Кого? Многих. Языкатый. А премию мне кто заплатит? Пушкин? Ой, красавец. Френч. Полковник! Я вас слушаю, сын мой. Не торопите меня, полковник, мне очень трудно. Я выдаю друга. Когда кончите переживать, скажите. Это пошлость! Его имя? Мишель Воронов! Мишель Воронов вечером бывает в кабачке «Взятие Дарданелл». Так? Значит, меня ограбили. Вам очень нужны деньги. Очень. Долг чести. Я проиграл чужие деньги. Мамочкины. Она не знает. Ай-яй-яй-яй-яй. А вы не знаете случайно сообщников? Я знаю одну. Скажите, а их не очень будут мучить? Ну что вы, это фантазия обывателей. Ага. Контрразведка – это чистая, комфортабельная комната, да, в которой сидит интеллигентный человек в белом халате, с высшим образованием. И очень вежливо разговаривает. Разговаривает. Девушка по имени Санька. Санька подруга Воронова. К сожалению, за этих двух мы уже заплатили. Теперь все кончено.
теперь пуля в лоб. А вы не знаете Евгения Бродского? Я негодяй, полковник. Вот за него мы заплатили бы вдвое дороже. Привет. Здорово, ребята. Привели. Этот из артиллеристов, этот летчик из кавалерии, из танкистов, а этот с флагманского линкора. Так, ребята, как только вас будут отправлять на фронт, дайте... Я вас спрашиваю! Молчать! Агитируешь? Агитирую. Обыскать? Ну! Извини, Мишель. Приказ есть приказ. А если лейтенант прикажет вам стрелять в меня? Офицер есть офицер. Вот офицер. Вглядитесь в него. Цыплячья шея. Под белоснежным мундиром грязное тело, мыслишки о женщинах. Он ест, когда голоден, и чешется, если его зудит. Он закончит свою грязную жизнь, и его воткнут в землю, как всех. А вы почему-то делаете из него высшее существо. Вы служите ему, как собаки или как затвор от винтовок. Он стравливает между собой вас и нас, а сам извлекает из этой братоубийственной свалки деньги, чины, ордена. Верно? Верно. Молчать! Вот видите, верно. Извините, я, кажется, задержал вас. До встречи. Есть! Кого? Его! Есть! Огонь! Есть! Я приказываю! Целься выше головы. А как же? Огонь! Наши пули умные, Мишель. Они найдут дорогу. Посмотрим, пока. Через 3 часа в кабачке взятие Дарданелл. Прошу прощения, господа. Извините, пардон. Правее же, правее! Да сейчас! Так. Придется заворачивать обратно. Погодите, товарищ Воронов, прошу вас. Ладно. Я без вас до берега доберусь сама. Ладно, сиди только тихо. Скажите, Евгений Ксидис добыл для нашей партии секретный договор белых с оккупантами? Ну, добыл, но... Так, это очень важно для революции. Да очень, вот. Он... Евгений герой, можно сказать. А вы его Вруном обзывали только потому, что мать его буржуйского классу, а он с ней порвал. Холодуете. Да что я вам все это говорю? Нет у вас сердца, вот. Сухость одна в душе. Слово вам не скажи. Никаких предложений служить не желаете. Я без революции жить не могу. Вот она у меня где. А для вас она все равно, что служба. Один интерес, что заграничные наряды. Все время меняйте. Более я к вам приставать не буду. Надо мне до товарища Бродского добираться. Вот. Отвернитесь. Санька. Сумасшедший.
Союзники уже 2 месяца здесь. Но где же Москва? Франк падает, фунт падает. Я больше ими не занимаюсь, я занимаюсь только долларами. Союзники повторяют свой знаменитый маневр на Марне. Через 2 недели мы будем в Москве. Боже мой, я вчера заказала портному костюм, он будет готов только через 3 недели. Рвань. А ну, Все равно приберусь, я равно приберусь. Караул, граблю! Не волнуйтесь, помоги! Это налетчики грабят прохожих. Зизи, дорогая. Вы слышите, господа? Меня ограбили. Господа, догоните их. Вот еще. Да, да, заступаться за спекулянтов. Помогите же ему. У белой армии есть более высокие задачи, чем возвращение пропавших брюк неудачникам. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Воронов. Мое почтение. Здоровечка, мы все ваши. Привет, привет. Здравия желаю, господин Воронов. Привет, Мишель. Мишель! Рекомендую Марсиаль. А где остальные? Нас отправляют на фронт. Так и есть. Она уже здесь. За мой город. Свободно от иго-интервентов. Ридикюль. Блюманже. Франсе. Интернационал. Ура! Ура! Здравствуй, Саня. Здравствуй, Эмиль. Привет, Либо. Привет, Мишель. Здрасте. Агитирует. Ма. Так она наша? Наша. А мы думали, что она больная. Нет. Она у нас инициативная. Мадемуазель Фёкла. Нет. Санька, она просто великий конспиратор. Филя. А у меня доллары. Может быть, я вам не нравлюсь? Или я? Нет, что вы. Вы мне все очень нравятся. Вокально-хореографический номер. Налетчики! Прошел. Час, Мишель. А ребят все нет? Что-то случилось? Будем ждать. Восемь ран на груди. Был он на груди. На столе лежит покойник, и ярко свечи горят. Это был убит налетчик, за него отомстят. Это был отомстят. Не прошло и недели, слухи толки пошли. Ковалеховском переулке двух лягавых нашли. Ковалехов нашли. Забодали ту журку, купили за баголку на помин их души. И купили...
Тихо, ну. Наша работа – это тяжелая работа. Особенно, когда целый день работаешь. Поэтому противно, когда плохо поют. Разве бандиты так поют? Певчие в синагоге так поют. Конечно, месье так хорошо знаком с жизнью бандитов. Может быть, он нам покажет, как поют бандиты. Ой! Вы просите песен? Их есть у меня! Изоляция идет. Губернский розыск рассылает телеграммы, что вся округа переполнута зворами, что наступил критический момент и заедает, темный элемент. Таля. Не тот расклад. Начальники грустят. А помедленнее. Во всех притонах пьют не вина, а отравы. Во всем городе убийства и облавы. Они приказ дают идти ва-банк и применить, запасный вариант. Так. Мне это не нравится. А им в ответ даю такой совет. А? Мне тоже. Гастон пропал. Селестен и Жуф не пришли. Надо смываться. Только по одному, товарищ. Уважение к этой драме. Ты идешь первая. Ваших нет. Не спорьте знамый. Пусть мент идет. Идет себе в обход. Расклад не тот. Расклад не тот, и номер не пройдет. Теперь ты, Саня. Нет, идите вы. Важнее, чтобы вы остались на свободе. В порядке дисциплины приказываю тебе. Ступай без разговоров. Иди, Саня. Иди. Облава. Мама, а у меня доллары. Тихо! Всем оставаться на местах. Речь идет только об изъятии нескольких государственных преступников. Будет заварушка. Да? Да. Господа артистов, прошу продолжать. Музыка! Ваши документы. Чистая работа. Простите? Сами делали. Приличных людей хватает, а Бродский разгуливает на свободе. Пошли. Сволочи! Еще одна птичка попалась! Пусти хату! Позвольте. Комиссарская морда, мы еще с тобой поговорим! Ну, что стоишь? Беги! А вы как же? Краснобудная сволочь! Беги, Сань! Интеллигентская морда! А ты что стоишь, дубина? Беги за девчонкой! Санька, в машину! Держись, Мишель! Скорей!
аптека закрыта. Обратитесь в дежурную. Открой, я прошу Богу! Что это за жизнь? Я протестую, мадам, что это такое? Аптека закрыта, мадам, я же вам говорил. Это противозаконное действие. Бинт, марлю, йод. Хорошо отделались, на вылет. Она пока останется здесь. Я не могу вас оставить здесь. Вы должны уйти. Я хочу спать. Ты знаешь, кто мы? Я не хочу знать. Отстаньте от меня с вашими сумасшедшими делами. Я хочу спать. Мы из контрразведки. Вы? Никто не должен знать, что она здесь. Понял? Понял. Я вас не видел, я вас не слышал, вы ко мне не приходили. Иди к себе. Надо спасти товарища Воронова. Вот тебе револьвер, я вернусь за тобой. Эй! Старик! Да? Ты помнишь, что я сказала? В чем разговор? Ты такая молоденькая. Зачем вам все это? Здесь эти большевички скрылись! В аптеке! Когда-то наше ремесло было самое мирное. Рыбий жир, касторка. Люди умирали в меру. Я вас спрашиваю, куда девались старые добрые болезни? Где ишиас? Где геморрой? Я вижу одни только раны. Колотые, резанные, рваные. Уже 3 года, как я не видел анализа мочи. Люди перестали интересоваться своей мочой. Они интересуются политикой. Ничего хорошего из этого не выйдет. Аптека закрыта. Уходите. Паша, нам нужен кокаин. Где ваш рецепт? Барышня, прошу. Господа, сюда нельзя. Закрыта аптека! Закрыта! Дай мне опиум. У меня понос. О, наконец-то я вижу человека с приличной болезнью. Нате вам опиум. Еще 4 пилюли. С ума сошли. Слона можно убить такой дозой. Или ты мне сейчас их дашь, или я тебе отолью такую пилюлю. А сейчас, я уже вижу, у вас есть рецепт. Пожалуйста. Ну и что вы делаете?
Не мешай мне, старик. Я сам себе вынес приговор. Мне не выкрутиться. Так зачем вам травиться? У вас есть револьвер, стреляйтесь. Вам все равно, мне меньше неприятностей. Убирайся, старик. Что ты понимаешь в этом? Их нужно глотать? Конечно. Настоящий я должен быть жидким. Не обязательно. Нацеди-ка мне в этот сосуд немного смерти. Хорошо. Пожалуйста. Что это? Это курары. Возьмет ли меня курары? Ну, об чем разговор? Как оно действует? Сначала ваша нижняя челюсть отвиснет. Потом закатятся глаза. И изо рта выйдет роскошная фиолетовая пена. Довольно! Я не хочу мучений. Соломон, дай мне смерть легкую. Легкую, как поцелуй сестры. Тогда я вам посоветую хорошую селедочку с луком. Дурак ты, Соломон. И шутки твои дурацкие. Без боли, без запаха, без вкуса. Да, действительно, без запаха. Нет, это похоже на химический опыт. Я повешусь. Да-да, повесьтесь, повесьтесь. Обманщик. Я повешусь, повешусь. Женька, перестань уже работать языком. Не тыкайте мне, пожалуйста! Гордец! Ха-ха. Наполеон! Хи-хи. Все лезут в Наполеоны! Нельзя по улице пройти из-за Наполеонов! Скажу тебе по секрету, я сам не прочь стать Наполеоном. И между нами у меня на это шансов больше, чем у вас у всех. Тебе я предлагаю стать моим Муратом. Что? Тоже неплохо. Я не пойду грабить маму. Не пойдешь! А вот она тебя уже ограбила. Пока ты утонченно переживал, доносить или нет, твоя дорогая мамочка, без всяких переживаний, перла прямо к полковнику со списком коммунистов в кулаке. Твои переживания обошлись тебе в 20 тысяч. Мама! Революция тебя обмещурила. Контрреволюция тебя обмещурила. Родная мать тебя обмешурила. Один я тебя не обмешурил. Мама. Слушай сюда, зануда. Мне стало известно, что в банк Сидес лег солидный куш. Сторож тебя знает. Сколько? О! Я слышу голос не мальчика, но мужа. Пять процентов с оборота. За 5% ищи себе другого Мурата. 7. 20! Тихо. 20% наводчику. Это было бы неэтично с моей стороны по отношению к моим товарищам. Я и так предлагаю тебе максимум. 10%. А ты не боишься, что нас захапают? Кто? Полиция у меня на жаловании. Начальник контрразведки тоже. Мой друг. Ну, хорошо. За мной! Слышала его голос. Не могу больше ждать. Надо спасать Мишеля. Конечно, надо спасать Мишеля. О чем разговор? Конечно, надо спасать. Идите. Идите уже, идите. Открывай! Как прятать большевичек? Красно будет!
тихо! Давай! Боже мой, боже мой! Что это за время? Что это за сумасшедшее время? Кто мне скажет, от чего я не умер в 1916 году? Дорогие дядечки, придумайте хоть что-нибудь. Может, дать взятку, может, возьмут, а? Дяденька Степиков. Может, их ни у какую шишку украсть и обменять? Товарищи. Может, взять автомобиль и... Так нет же автомобиля. Так ведь убьют же товарища Воронова. Убьют же его. А записку туда можно передать? А если даже можно? Так что? Напишите. Нехай тянет допрос. Нехай выдумает всякие байки, лишь бы время шло. Наши партизанские отряды за последние дни шибко продвинулись. Эту записку передам я. Пора. У меня есть думка, как спасти его. Я попробую. Не смей, Санька. Слышишь? Знаю я твои думки. Оставь это. Только погубишь себя. А я все-таки попробую. Ты, паныч. Пусти-ка меня, Нездор. Мама послала. Тут не положено. Ну, ты же знаешь ее капризы. Вдруг ночью ей понадобилась переписка с Леонским кредитом. Понадобилось, говоришь? Ага. Такое делается. Да. Закурим, Нестор. Нельзя, паныч. Грех. Входи с Богом. Барышня, прошу. Будет мокрота, будет мокрота, будет мокрота, глаз потечет. Будет мокрота, квас потечет. Нечисто сила. Свят, 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 свят. Эстетичная работа. Да тогда. Все магнифик. Это что-то особенного. Прошу. Ну как? Да, все хотят стать Наполеонами. Так что по улицам нельзя пройти из-за Наполеонов. Ключи. Барышня, прошу. Филипп! Филипп! Шухер! Санька, цветочница? Ага. Ну, фу на тебя. Что, хочешь с нами работать? Правильно. У нас собирается своя молодежь. Политика вонючее дело. Филипп, нужно вырвать Воронова из контрразведки. Филипп, ты же можешь.
начальник контрразведки, твой друг. Тут шифр. А что мне твои вороновые сватья, братья? Не бесплатно, а болстком заплатят. Я деловой человек. Это же невыгодное предприятие, выручать коммунистов. Я в это дело не вложил ни копейки. Ни черта не выходит. Придется вызвать медвежатника. Барышня, будьте любезны, 23.20. 23.20! Мерси. Месье Золотницкий, не откажите в любезности прийти в банк Сидес. Филипп, в эту минуту Мишеля мучают. Ты же идейный. Ты же за революцию. Плевал я на революцию. Я капиталист. Это у тебя от молодости, Санька. Вот смотри, Женька. Женечка, покажись. Не бойся. Женя. Он тоже играл в революции, тоже дружил с Вороновым. Потом пошел и донес на него, и перешел ко мне. Человек растет. Это неправда. Это же не ты. Вот. Это его мать, она свое получит. Это донес и он, и его мать. Это семья. Получай, гад! Будет пократа! Героиня! Дура! Никаких героев нет, слышишь? Все в мире обыкновенно. Будет мокрота. Тише ты, мокрушница. Предатель! Будешь мне голову крутить, я тебя сразу не узнаю. Не будет мокроты. Филя! Филя! Нет, я здесь. Здесь я. Малыш. Который? Женя, что это такое? Не видишь, что ли? Мама и полковник Несвицкий. Я тебе не про это спрашиваю, зануда. Где настоящий медведь? И забыл. Вот этот! Женька! Что это значит? Сейчас я найду! Не мешайте мне! Ты меня не обманешь, мама! Этот! Я кончил, Филипп. А ну, прими грабли! Филипп, гонорар, как всегда, пришлешь ко мне на дом. Будьте покойны, месье Золотницкий. Только не из этого. Это все липа. Стекло. Женька! Что? Что это значит, что у сейфа липа? Что ты меня спрашиваешь? Спроси старуху! Не бери меня на рец! Не играй меня на характер! Ты предупредил старуху. И взял с нее комиссионные. Она опять обманула меня. Мама, мама, ты завещала мне все свои пороки. Я отрекаюсь от тебя. Получи за Мишеля! Будет мократа! Ваш потечет! Канаем отсюда быстро.
Нам расскажете, что там впереди. Ну что ты выпучил на меня глаза? Это я! Спокойно. Без глупостей. Ласточка, главного. Главный, говорит лейтенант Бенуа. Здесь бунт. Пришлите военную полицию. Ласточка! Ну что ты стоишь с таким видом, как будто у тебя запор? Ну скажи солдатам, хоть словечко. Что вы хотите со мной сделать? Мы хотим тебе сыграть песенку на наших гитарах. Надо успеть еще Мишеля выручить. Коровы! Да вы знаете, что такое красное знамя? Знаем, это бунт. Ребятки, домой! Домой! Успеть выручить Мишеля! Как тебя взяли? На улице. Только что. А Санька? Где-то носится, пытается тебе спасение организовать. Мы должны любой ценой тянуть допрос. Завтра решающий бой. У нас еще есть надежда, Мишель. Есть. Брось. Завтра мы наденем деревянные костюмы и сойдем в землю. Нет. Нет. Отовсюду можно найти выход. Ты что? Погоди. Здесь часовой. Понимаешь? Ну? Позвать его сюда, стукнуть по голове, забрать оружие, переодеться. Что ты смеешься? Просто хорошо на тебя смотреть. Во-первых, он сюда не войдет. Во-вторых, если этот дурак захочет войти, он не сможет, у него нет ключей. Да? Вот. А в-третьих, мы не смогли бы его взять. Ты женщина, и я раненый мужчина. А в-четвертых, даже если бы мы его и взяли, мы не смогли бы выйти отсюда. Потому что там, за поворотом, стоит еще часовой, потом еще и... Вся эта могила наполнена ими, как... Шел он! Вот так. А все-таки... А если попробовать? Не расслабляй себя мечтаниями. Не надо. Скольких ты солдат сагитировала? Не считал. Человека, думаю, 50. Вот видишь. Каждый из них, считай, тоже по нескольку человек сагитировал. Те, в свою очередь, тоже. Несколько сот человек ты сделал настоящими революционерами. Все уже сделано. Прости. Сейчас начнется допрос. Следователь сперва будет ласков. Он предложит папиросу, потом предложит жизнь. Папиросу можно взять, а от жизни придется отказаться. Жандармы не изобретательны в философии, зато они изобретательны в другом. И вот тут нам может прийтись очень туго. Потерпим. Что с тобой? Насморк. Насморк старый, как человечество. Вот теперь ты молодец. Как все мы веселы, бываем и угрюмы, но если надо выбирать, и выбор труден,
Мы выбираем деревянные костюмы. Люди, люди, нам будут долго предлагать не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили. Вам надо только, только начинать. Ну, а потом предложат или, или, или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи, или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей, но нам предложат деревянные костюмы. Люди, люди, нам даже могут предложить и закурить. Ах, вспомнят вы ведь, долго не курили, да вы еще не начинали жить. Ну, а потом предложат или, или. Дым папиросы навевает что-то, одна затяжка веселее думы. Курить охота, как курить охота. Но надо выбрать деревянные костюмы. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде. Но мы откажемся, и бьют они жестоко. Люди, люди. Ребята, они убили Жанну Барбье. Они убили Воронова. Матросы называли его товарищ Степан. Рабочие знали его имя Андрей Жарков, а для врагов он был неуловимым Евгением Бродским. Бродским. Я за вами. Я за вами. И вы здесь? Здесь вся империя. Как же это случилось, что союзники уже уходят? Зачем же они приходили? Вы слышите треск? Треск, треск. Вот вам ваши союзники. Это трещат балки старого мира. Тысячелетия стоял он, и вот рушится на наших глазах. Будь прокляты союзники, которые нас предали. Будь прокляты мы сами за то, что мы так слабы. Верочки, большевики месяца не продержатся. Разве может ничтожная кучка авантюристов править огромным, могучим народом, который их ненавидит? А, значит, они ничтожны, значит, они жалки. Почему же вы, мужчины, военные, их не прогоните? Вы не хотите? Вы не хотите? Страшно много. Все мужики, все мастеровые. Кто теперь интересуется франками? Предложите советские, я возьму. Ну что вы будете делать в этой бездушной материальной Европе? С моей специальностью я нигде не пропаду, кроме как в советской России. Власти приходят, власти уходят. Бандиты остаются. Оставайтесь. Мы еще будем взламывать и взламывать. Где? В кооперативах? Ой. Мадам, быстрее. Ах, какая Гагара. Какая богатая Гагара. Мои дома. Моя верфь. Мои склады. Я оставляю здесь могилу сына. Сморкать. Зиму мы проведем в Неаполе. Лето в Норвегии. Мои кассы.
Ларисы. Моя банкирская контора. В этой сумке денег больше, чем в любой кассе. Чувствую, будете вы сегодня моей пациенткой. Не набирайте! Пароход перегружен! Шут! Салистан, вы что, оглохли? Ребята, мы остаемся! Ну да. Капе на сахар на бино! Али! Али, иди сюда, коза на бино! Ребята, передайте привет Мишелю! Эх, коровы, коровы. Слышите? Передайте привет Мишелю! 5 лет мы не расставались. Передадим обязательно! Прощайте, мальчики!